Добрый день всем! Вас приветствует меховое ателье. Кожаная куртка у нас в работе. Ну, у нас задача то, что подклеить. У нас какое-то пятно появилось. Видите, весь рисунок кожи в разводах. Как бы она выгорела, вытерлась вот таким вот странным образом. Вообще была вот такая серо-синяя. Ну, вот видите, аж позеленела, скажем так, серо-зеленая. Вот рука, вы видите, на плече она светлее, и к низу рукава она становится темнее. Ну, резинки у нас, конечно, тоже уже подвыгорели. Видите, какой изначально был тон. И спиночка. И наша задача закрасить. Вывести в один ровный цвет. Это боковой, под рукавчиком показываю. Вот темный, вот бочок как-то выгорел, вот разница в контрастах. Так, теперь покажем вам готовый результат. И вот готовый результат нашей покраски. Вы можете увидеть, что тон сейчас ровный. Мы вывели в один цвет. Вот видите, там были всякие пятнышки, все это мы закрасили. Вот внутри, да, планка. То есть один цвет. Вот здесь тоже были у нас всякие всевозможные разводы и переходы. Сейчас вы видите, что один ровный тон, вот как у новой кожи. Так, теперь рукавчик. И вот боковой, переход бокового, там, где, помните, было оно, разные тона, теперь все в одном цвете. И покажу спиночку. И вот спинка. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!